Все. Уважаемый Дмитрий Васильевич, вспомните предвоенные годы. Было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Да в основном было, потому что недавно кончилась, была война с Финляндией. Еще то не остыло, тут теперь уже набегает немецкая эта. Так что было, ну мы ж молодые, вот такие ребята, что нам? Нам до лампочки то все было, разговоры. Прислушались, ну что мы, ж ничего не могли сделать. Как вы узнали о начале войны? Так, с районного центра, с военкомата, приехал на лошади посыльный. Раньше сообщили по телефону, тут собрались народ и объявил о том, что значит, на нас напала Германия. Началась война. Великая Отечественная. В общем, война. Какая она будет? Это уже пройдет время, не знаю, уже она велика была. А тогда просто война, и все. И начались призывы таких, которые более-менее. Расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Ну, сначала наше село было оккупировано немцами. Тут было, ну, не стояла венгерская армия в нашем селе. Ну, заставляли нас там снег кидать, это, лес рубить. Вот. И когда, значит, наши войска пошли в наступление от Сталинграда, и тут вот наш район освободился, и нам к 25-му году пришла повестка приготовить сумки. И призвали 8-го того, в 43-м году, февраля, по-моему, февраля. И все, военкомат, с военкомата сразу на Острогорск, из Острогорска на Старый Скол и поехал. Уже для нас уже наказалось, что вот мы еще не на войне были, но уже готовились к тому. В каких сражениях вам пришлось принимать участие? Не понял еще. В каких сражениях вам пришлось принимать участие? Ну, в сражениях. Я попал в зенитно-артиллерийский полк. Это орудия, которые стреляли по самолетам. Наше дело было вот где-то, значит, допустим, наступление идет или движется, допустим, солдаты движутся, идут же с строем, с оружием. Мы тоже едем с ними рядом. На случай налета мы быстро приготавливаем их к бою и отгоняем самолеты. Так что давайте. Имеете вы в таких республиках, там их таких деревень не было, как вот у нас. Ольховлох или возьми Татарина. Там частники живут, один двор, у него тут земля, тут колодец. Тут у него и баня. Вот. Вот так они жили. Конечно, они как единолично жили. А в основном подчинялись советской власти. Имеете ли вы награды? Какие и за какие заслуги? Вот. А награды так. Вот уж освободили Белоруссию. Медали всем, кто участвовал. Войска какие, всем получается медаль. Латвия, Литва тоже так. Вот. Заняли уже Восточную Пруссию, за
взять и Кенигсберга медаль. Там 30 лет советской армии, там 40 лет советской армии, и все, тут медаль, и все сюда. Раз у армии служит, значит, получай. С какими чувствами вы шли на войну, с какими возвращались? Расшифруйте. Чувства. Шел на войну. Внутреннее состояние ваше, как вы шли на войну и возвращались. Мы шли, как говорится, мы тому же не плакали, а родители плакали, потому что с войны убивали, совсем погибали. С войны приходили искалеченные, раненые. Так что веселого мало было. Ну, со временем привыкали воевать. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Да некогда было падать духом. Абсолютно. Потому что если стоишь на боевой позиции, там стоит всегда солдат, наблюдая, как, какой звук прогудел самолет к бою. Мы уже сидим на орудии, заряжаем, это там некогда. Как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? Да нам там делать было нечего у ихних селах. Нам дадут, вот где-то тут на выгоне, допустим, точку, мы там окопались, мы там и тут. У нас своя кухня у батареи нашей, свой повар. Как вы оцениваете нашу боевую технику, ваше личное оружие? Чем оно было для вас? Ну, оружие, это себя защищали. У нас были маленькие такие карабины, эти пехотные, там винтовка большая со штыком, а у нас обыкновенный карабин, это мое личное оружие. Вот я сплю ее на основной, оно должно всегда быть на чеку. Когда и откуда вы писали домой, что сообщали родным о себе? Ну, то, что жив-здоров. Не горюйте, все хорошо, пищи нас хватает. Пока жив-здоров, не ранен, ничего. Воюем помаленьку. Что? Сел, написал на ящику курево, сахаром, что там положено, боеприпасами. А вы вообще были ранены? Когда и где? Не пришлось. Это почувствовал такого. Не был ни ранен, ни контужен, ничего. Обошло, слава Богу, хорошо. Как после войны отнеслись к тем солдатам, кто побывал в плену? Ну. И были ли такие среди ваших знакомых? Да ну, селяне, может, и были кто, но я не этим не интересовался. А в плену там понятно, что-то спрашивают, заставляют что-то делать. Не то, что нужно, а то, что им нужно. Где и как вы встретили День Победы, 9 мая 1945 года? Что делали и что чувствовали? Кричали «Ура!», танцевали, подпрыгивали, стреляли с винтовок вверх. Вот. Потом что там? Ну, затребовали, старшина приготовил хороший обед. В общем, отметили радостно, весело. День Победы. А где это? В каком городе? Это в Восточной Пруссии. Жили, брали. На конце войны. А что вы хотели пожелать нынешнему поколению?
учиться, учиться трудиться, чтоб вас не застало врасплох. А война – это тяжелая вещь. Там для себя окоп вырыть, и то надо земли бурхать столько, что... Так что учитесь, будьте грамотны, крепкие, закаленные. И желательно, чтобы мы прожили мирно, и не было бы никакой войн больше. Это очень тяжелая тайна. Там он, где-то был еще вопрос, когда лучше воевать, летом или зимой? Если возьми летом, тебя подстрелят, ты упал на теплой земле. И зимой тебе надо где-то заховаться, а ты падаешь носом в снег. Там же лед холодный. Так что воевать везде плохо. И зимой, и летом. Лучше нигде не воевать, а жить мирно. Вот так, мое мнение. Дмитрий Васильевич, спасибо за интересный рассказ. Мы очень рады, что вы нас лучше, выслушали. Лучше, может, кто лучше умеет, но я по-другому. Спасибо вам, что вы наведались. Мы желаем вам здоровья крепкого, долгой жизни. И... Да ну тут смотри, что тут только жить. Жить и жить. Да. Всего хорошего. С наступающим праздником вас, Дмитрий Васильевич. Спасибо, так же и вас.